Друзья, всем привет! У меня минувшая неделя была полна интересных тренировок и эффективных упражнений. Надеюсь, что у вас также. И сегодня я хочу вынести на суд три упражнения, которые поборются за звание лучшего упражнения недели. Несмотря на то, что они задействуют разные мышечные группы и оказывают разную нагрузку на организм, все равно эти упражнения достаточно интересны, и я рекомендую вам использовать их в своих тренировках. Это существенно разнообразит тренировочный процесс. Итак, на первом месте у нас сегодня обезьяний жим. Нужно повиснуть на перекладине и свободной рукой выжать вес, который вы сейчас можете осилить. Мне этот элемент очень понравился, и я уже его публиковал на канале. Второе упражнение – это подъем ног. Но не обычный подъем ног, а с отягощением, размещенным на бедрах. Можно было вес взять и в ноги, но тогда больше бы задействовалось бедро. А в таком варианте выполнения вы эффективно прогружаете непосредственно пресс. И я уже на первом подходе почувствовал то, насколько рабочее это упражнение. И, наконец, третье движение на ваш суд – это бёрпи. Вы попросили меня показать необычный вариант выполнения бёрпи. Пожалуйста, бёрпи на одной руке. Единственное, что будьте аккуратны при выполнении этого упражнения, чтобы не удариться об пол. Упражнение можно выполнять как соло, так и включать в комплекс. Это очень интересная нагрузка, дают осевую нагрузку на кор, сразу пресс, косы, все чувствуется, но интенсивность немножко проседает. Вот, пожалуй, все на сегодня. Пишите в комментариях, какое упражнение вам понравилось и вы хотите использовать у себя в тренировках. До скорых встреч, через неделю еще три упражнения. Пока-пока!